you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Друзья, всем добрый вечер, здравствуйте, позвольте еще раз поприветствовать вас здесь, на Волге, на свежем воздухе, на кораблике, который называется Валерий Чкалов, а самое главное, на 29-м форуме Animal Profi. Предлагаю по этому поводу немного поаплодировать. Раз, два, три! Надеюсь, вы все хорошо проводите время. Я хочу напомнить вам, что прошлый 2018 год стал знаковым для Нито Фарм. Появились новые производственные участки и мощности, и открылась микробиологическая лаборатория. Уникальная в своем роде, настоящий предмет гордости и гарант качества исследований. Ведь все знают, что перед тем, как продукт попадает в руки к ветврачу, он проходит огромное количество стадий, которые неразрывно связаны с лабораторными испытаниями и исследованиями. Мы решили спросить вас, экспертов в птицеводстве, как вы считаете, какова идеальная формула здоровья птицы, и что, если бы вы сами стали разработчиком лекарственных средств? Как называется ваш препарат? Секс на пляже. Панкреатин. Галашейка. Топор, наверное. Цитрамончик. Кукла. Мизим. Максим. Африксимон. Анальгин. Пляжный гандбол. Что можете сказать насчет основного действующего вещества? Так это, блин, сигареты электронные. Героин. Наркота, короче. Две булки хлеба. Экстази. Наркотики. Две банки пива. Кокаин. Героин. Мельдоний. Марганцовка. Расскажите о вашей технологии производства. Туда, короче, положил песка, потом цемент. Разбодяжил там этим, что там, миксер там какая-то фигня такая есть, разбодяжил. Джин, водку и текилу, даже мескаль, не текилу, а мескаль. Яичечко построгать, порезать, огурчик туда, лучок, побольше зелени, и будет очень, колбаска, самое главное, докторская колбаска. Имбирь, перец, красный, черный, хрень. Намешать, сболтать. Антифриз, омывающее, масло моторное. Кока-кола. Тормозная жидкость. Любовь, забвение и крыса. Мочалка, пагода, цемент. Мелко-мелко все покрошить, залить. Амфетамин, кислота. Какая? Серная, соляная. Осетр, шпинат, красивый мулат и вишенка для вкуса. Острый перец. Еще что-то? Спирт, томатный сок и водка. И выпить бутылку пива. Как проходили первые испытания препарата? Это было круто. У меня были туфли от Лимонти, а у всех были стрёмные шипотребские туфли. У меня не было туфель. От кого? От Лимонти. Бодрячок. Замечательное настроение. Это кошмар, я ползала по ковру. Костер разжигали. Чем вы занимались в первый день в вашей лаборатории? С девчонками в бассейне, в купальниках боролись в желе, а потом пошли за рысью. Я пошла в лес заниматься финской ходьбой. Мне кажется, я пошла доедать салаты к своей подруге. Да. Да. И допивать винишко, которое там осталось. Я пью пиво. Я думаю, все пьют пиво. Я спала, наверное. А потом? А потом пила водку. Доедает салаты, наверное. Похмелялась. Я тоже. Сначала нас гоняли менты, но волшебные 800 рублей решили вопрос. Ну и пошли отмечать, есть роллы. Какое оборудование вы используете для приготовления лекарства? Это нож острый. И все. И штопор. 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 Да. Сковородка самая нужная. Все. Что под рукой всегда была сковородка. Телок, конечно, нужен. Велосипед. Вилы. И лопата. Стол. Стулья, раковина, посуда, плита, духовка. Я могу так долго. Ну что, друзья, вот такие вы классные и смешные. Молодцы. Замечательное интервью получилось. И по традиции наполняем наши рюмочки бокала фужера тем, что вы предпочитаете. И дружно и громко понеслись! Гип-гип! Ура!